А все, друзья, конечно, нам задачу поставили очень простую. После нашего выступления память ничего не должно остаться. Нет, я неправильно сказал. Нам сказали так. Нужно сделать так, чтобы бармены начали немножко нервничать. Не успеваем наливать, понимаете, да? Вот. Мы на вас надеемся. От этого зависит обратные билеты нам домой. Что, даже я даже я не слышу, что ты говоришь. Я думаю, паспорта отобрали. Паспорта отобрали, да, было такое дело. Вообще, ну у вас суровый город, как бы. Ну, как бы люберцы говорят, как бы, ну так, сложно. Ты из города не забалуешь. Да, здесь не забалуешь. Поэтому мы продолжаем, как бы, не понижать градус. Так, друзья, следующая песня, это кавер на наших... На наших друзей. Слишком много слов друг, да? Но вообще неплохо. Гарри Кингс, да? Гарри Кингс? Нет, подожди. Ты, кстати, Торопишься, да, не торопись. Итак, сейчас направляемся в братскую... Беларусь, ага. Итак, кавер на наших друзей из Беларуси, группы Уния. Может быть, вы ее даже знаете, которая называется «Кузня». Такая посвящается всем людям таким, кто работает на заводах и тем более в Литовании. Как говорится, «Кузня» сможет, и «Куя». Господи, теперь с нами разговариваешь. Да. Чёрт, говорит, приятно. Я как «Кузня». А, да. Ну что ж, погнали, да, у нас песня под названием «Кузня». Нет, подождите. У нас есть иногда мы обращаем внимание на нашего барабанщика, когда вот такие моменты. О, кто здесь? Итак, давайте поприветствуйте, как бы бойца практически не видел. Фронта Рима! Слушайте, вы так приветствуете, как будто бы бойцы не слышал его фронта. Мы сможем теперь как бы? Свет наш хочет. Да? Все нормально у нас? Окей. Thank you.